С каждым годом пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи, к сожалению, становится больше. По всему миру проводят специальные курсы и конференции для волонтеров, готовых ухаживать за стариками. В Ленинском районе впервые организовали специальный симпозиум, в котором приняли участие делегаты различных интернатов, пансионатов, больниц, а также представители благотворительного фонда «Красный крест». Основные цели – это именно открыть современную повестку дня перед людьми, кто непосредственно и в ежедневном режиме занимается оказанием помощи людям, нуждающимся в посторонней поддержке. Именно профессионализма руководителей и людей, непосредственно занятых ходом, зависит активное долголетие и комфорт пожилого человека. Многие компании, производящие специальное оборудование для пожилых людей, тоже присутствовали на этом мероприятии. Так, Каролина Кузнецова, всегда идущая в ногу со временем, пришла на симпозиум, чтобы узнать о всех новых технологиях, появившихся в мире. Нам интересно быть в курсе всех событий, которые происходят в уходе за тяжелобольными пациентами, так как это дает нам возможность подстраиваться под необходимости, под потребности тяжелобольного человека. На социальном мероприятии обсудили все вопросы, связанные с уходом за пожилыми людьми, а спикеры рассказали о развитии цифровой экономики и дали ценные советы всем пришедшим. Любые встречи, особенно когда люди общаются и коммуницируют, всегда полезно посмотреть на чужой опыт. Сам ты ничего много не придумаешь, а заодно посмотреть, как и у кого, это всегда здорово и прекрасно. Любовь Кудря внимательно слушала выступающих. Полученную информацию она применит на работе в доме-интернате. Мы очень ждем, что если будут такие мероприятия, чтобы нас тоже ставили в известность. Поэтому очень нужно, очень полезное. И это вот именно в тенденции с нашей современной жизнью очень полезные курсы. Каждый пришедший сделал определенные выводы и выделил главные для себя аспекты. Компании поняли, в каком направлении им необходимо развиваться, врачи, какое оборудование нужно приобрести, а социальные работники, как ухаживать за своими подопечными. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Евгений Садовский, Видное ТВ.